С Новым годом! Хотим поздравить букварёнок. Мы растем вместе с вами. Первый раз пришли, когда Маше было год и 8, и вот уже на протяжении 4 лет мы встречаем Новый год вместе с вами. Каждый год приходим на представление и настраиваемся на него не только потому, что вот детям будет интересно, но потому что интересно и родителям. Вы умеете радовать, умеете удивлять. И каждый раз, уходя отсюда после занятий, после новогодних представлений особенно, вот это вот как ощущение чуда уносим вместе с собой. Что хотим вам пожелать? Конечно же, расти, прирастать, чтобы новые поколения детей вырастали вместе с вами, процветание замечательных педагогов, таких, как есть сейчас. У вас сильнейший, пожалуй, педагогический состав. И хотелось бы, конечно, чтобы вот с каждым годом, да, вы более, скажем, и прирастали и в плане детей, и в плане территории, и в плане состава педагогов. Что ты хочешь сказать? С Новым годом! Чтобы всегда было весело и хорошо.